В День памяти и скорби Янаульский историко-краеведческий музей присоединился к республиканской акции «Единый урок памяти в музеях». Он прошел под названием «Поклонимся великим тем годам». На мероприятие пригласили детей, отдыхающих в детских лагерях дневного пребывания на базе средней школы номер 1 и станции юных техников. Ребята посетили выставку «История военных лет в фотографиях и документах». Она посвящена землякам, героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны и женщинам, работавшим в тылу. В конце мероприятия для детей прошел мастер-класс по оригами, где школьники смастерили журавликов из бумаги, как символ добра и мира на земле. Мероприятие началось с прослушивания песни «Священная война». Ребята с интересом послушали о героизме наших земляков, подвигах маленьких защитников Отечества, которые внесли весомую лепту в дело победы над фашистской Германией. Память погибших почтили минутой молчания. Также дети познакомились с национальным героем, командиром 112-й башкирской кавалерийской дивизии генералом Шаймуратовым.